хорошо сделать то, что хочу сделать. Как возникла идея создания фестиваля в Пицунде «Ночные серенады»? Ну, во-первых, это первейшая потребность музыкантов побольше общаться, вместе музицировать. Тем более музыкантов всех стран, разных национальностей, разных стилей, разных исполнителей. Это все очень интересно, вот нам вместе дружить, музицировать и выяснять, кто, где, как и относится к интерпретациям и все такое. Ну и мы выбрали это место, потому что, во-первых, это очень красивое место. Во-вторых, здесь отдыхает замечательная публика, знающая и любящая искусство. В-третьих, потому что тут замечательный храм XI века, знаменитый, в котором стоит орган, и в котором очень приятно играть, потому что это храм. Вот. И еще причина та, что вот видите, какая здесь благодать. Вот, и мы совмещаем вот приятное с полезным. За морскую королеву. Видать! Смотри! Здравствуйте. Я живая, не ушла. А что вы думаете о смерти? Какие вопросы задает? Смерти я не боюсь, во-первых, смерти. Во-вторых, я это тоже принимаю как должное. Обидно. Конечно. Это страшно. Но я думаю, что со смертью не кончается что-то. Наоборот, может быть, даже что-то прекраснее начинается. Когда человек всю жизнь развивается, всегда ищет истину. И мне кажется, что вот в момент смерти он ее находит. Это мне точно кажется. Все. Значит, жизнь – это поиск истины? Конечно. Стоп. Что есть бытие? Бытие... Это... Может быть... реализация изначального духа, то есть воплощенный в тело дух, может быть. А что такое по-настоящему бытие? Это солнце, это любовь, это доброта, это мудрость в отношениях, это дерево, это лист или листочек, или я не знаю что. Это творчество, это радость и тоже грусть. В общем, все, что дано Богом человеку, вот в естестве своем, это и есть бытие.
Ваш фестиваль стал уже интернациональным, потому что приезжают очень известные музыканты, да, и принимают участие в этих концертах. Что бы вы могли сказать об этом? Ну вот как раз я хотела бы сказать, что мы достигаем нашей цели, чтобы действительно исполнители разных стран и выдающиеся исполнители встречались друг с другом на нашей земле. И чтобы наша земля становилась более популярной, чтобы все знали во всем мире, как у нас любят музыку, как стараются привлекать народ именно к эстетике и к прекрасному. Это ведь очень важно, это даже играет, может быть, большую роль, чем какая-нибудь другая политика. Это мы выполняем политическую миссию в какой-то степени, безусловно. Вот, действительно, в этом году несколько выдающихся исполнителей. Например, японский виолончелист Ко Ивасаки, известный очень во всем мире. Впервые на наш фестиваль приезжает такой выдающийся флейтист, как Аурель Николе. Замечательный пианист выступает также из Швеции, Стефан Шея. Второй раз на этот фестиваль приехал выдающийся дирижер Курт Мазур. В чем заключается назначение художника? В конкретном случае его. Ja, es gibt zwei Kategorien von Künstlern. Die einen wollen Karriere machen und die anderen wollen Mensch sein. Есть две категории людей, артистов. Одни хотят сделать карьеру, другие хотят остаться человеком. Und ich habe immer versucht, ein normaler Mensch zu bleiben. Я всегда старался остаться нормальным человеком.